Вовка, ты один? Рыжий? Он на трубу спал. Видите, жёг, на трубу спал, уебал и сгорел. Здорово, дедушка! Как, дедушка, дела у тебя? Че, поедем нахуй, бульдога пиздить? Ребятушки, пока Танюшка, блядь, в этом нахуй, заехал к Рыжику, Смотрим, Рыжик здесь, нет, пускай подождут меня, сейчас тоже съезжу. Поискать надо брата родного, ребят. Может, Таньку мелкую найду. Как раз видите, блядь, гонять-то вот такая во дворах хуета, блядь, искать их хуина. Я еще на заднеприводной это, блядь. Не я заднеприводный, а я на заднеприводной. Блядь, машина застревает везде. О, нихуя подтаяло, это шикарно, нахуй. Снег грязный, нахуй. Вовка! Рыжий! Вовка! Ты один? Рыжий? А? Это ты? Да я, Толян. А где Рыжий? Вот за водой пошел. Ну, короче, я минут через 30 подъеду, слышишь, Толян? А? Ку-ку, мой мальчик! Дай же кури. А у меня в машине только нахуй. Ой, власть, пошли там съедут. Только ждите меня, слышь? Да. Давай. Сейчас. Или что, или подождешь 30 минут, я приеду сейчас. Давай, жди, Вовке скажешь, я приду сейчас. Давай. Все, ребяточки, поехали поищу. Танюшка пока у нас милирование делает. Да-да-да, ребятушки, вот такие, блядь, как бы там это. У Танюшки есть, блядь, работодатели. Ну так, я шучу, работодатели, конечно. Люди, которые помогают и денежки. Им спасибо огромное. Так-то вроде раз сегодня тепло, блядь, видите, уже каша, пиздец. Ладно, поеду. Ребятушки, заехал на металлопрокат. Никого нету, нахуй, тишина. Так, что-то я подумал, ребят, что-то нету. Поеду я еще раз до больницы доеду. Доеду сейчас в этот приемный покой. Узнаю. Транлю, потому что все-таки, блядь, списков его нету. Блядь. Хотя откуда, да, сикл был. Посмотрим, поди умер или что. Узнаю сейчас. Ребята. А пока едем. Там у нас колясочка подойдет. Уже бомжик, ребят. Я худо, у меня уже чуйка на этих бомжиков нахуй. Так, посмотрим, кто там, блядь, будет. Блядь, дороги у нас пиздец здесь. Ебануться надо, как, блядь, после бомбежки нахуй. Вот так вот леска, весна, блядь, яму нахуй, куда едешь. Опчик, 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 опчик. Иисус нахуй. Все, понятно. Ладно, ребят, поехал до больницы. Ребятушки, приехал на речную сначала перед больницей. Проверить, может, блядь, Андрюха здесь как-то нет. Сейчас мусор еще выкину. Ну пойдем посмотрим. Есть здесь кто-нибудь, нет. То пойдем вот здесь. Я буду больницу сейчас спрашивать. Разбирал это вот. Он закрытый, нахуй, нет, закрытый. Андрюха! Андрюха! Есть кто живой, мужики? Есть. Кто? Чё? Ну, блядь, Андрюха-то где? Погорелец. Погорелец, в больнице его, в Свердловск увезли. А, Свердловск увезли? Да. А ты-то как тебя зовут? Меня Женька. Женька. Ты что, раньше не встречал тебя? Нет. А ты один? А это борода не с тобой? Нет, его здесь не бывает. А он где сейчас живет? А без понятия даже. Ну вылези, я тебе хоть пузырек водки дам, хоть что ты. Покажись, блядь. Я вылезти-то не смогу. Да зачем? Покажись хоть я, хоть, блядь, может, я узнаю, нет, блядь. Мы не виделись. А ты что, недавно что-то бомжуешь? А? Недавно бомжуешь, что ли? Ну как? Я освободился недавно. А, недавно? А его точно, ёба, да, увезли? Кого? Андрюху-то. Этого, погорелся. Но я его вызывал скорую-то. Он в Ёбурге, знаешь, точно? Я не знаю, я пришел, короче, его нету, нахуй. Но я после прошлого воскресенья вызывал это, скорую. Перезу камеру, нахуй. Так я тебе, блядь, для чего водку-то едам, блядь? И это... чё, и пришел, чё, говоришь, в больницу, и чё? Я пришел, мне потом пацаны уже сказали, я пришел, а он в реанимации. Ну, потому что я отсюда его вызвал скорую. Я всю больницу оббежал, нахуй, где, чё, ну. Но. Я ему пожрать там принес, а чё?
Блядь, нету в списках, то не могу. Но я в списках тоже искал, не мог найти. А говорит, а кто приниматься в списках не значится. Не, а ты точно говоришь, что он в Ёбург уехал или что? Да, его увезли, ёбану. Не, в Ёбург или вот здесь? Нет, в Ёбург. Это 100%? Да, потому что я был в реанимации. Врач сказал, говорит, я не знаю, я с врачом расслышащим сегодня разговариваю. Сейчас я подожди, пузырёк принесу тебе за то, что рассказал мне хоть. Небольшой такой мужичок. Ну, сам молодой он такой, он зав. Отделением там. Ну, то есть это 100%, да, он, значит, в Ёбурге? Я хули. Я просто прошлого воскресенья приезжал, в списках его нету его. Его перевели потом в тяжелую и увезли нахуй туда. Сейчас, где пузырёк тебе принесу? Не знаю, ребят, так-то, видите, в Ёбурге в списках нету. Сейчас подойду. Ну, что-то новенький какой-то, ребят, новый актер появился, блядь. Как-то так, блядь. Ну, в общем, Андрюха в Ёбурге, ребят. Хуй, сейчас им дам пачку сигарет. И трёх водочки. И запасляю им, нахуй. Это им подгончик сделал за рассказ. Я-то пришел ему сказать. Ну, узнать хоть это, что там, как. Ну. Да, блядь, как что получилось, как он обгорел-то, что. Как он вот здесь, говорит, ебанулся? Не знаю, блядь. Ну, сейчас я... Это... Я говорю, меня-то не было. А ты сейчас с кем живешь здесь? Там вообще, я пока вот один. Не, я говорю, там кто-то есть, ты говоришь, там, что? Там приходит, ну, Лёха. А? Приходит. Тоже бомжик? Да иногда спит. А это, слушай, этого бороду-то не встречал, Андрюху-то? Не, а этот, как его, блядь, не... Бороду я только Вовку встречал. Вовка рыжий? Ну, он афганец бывший. А, не, знаешь, нет. Не, такой Андрюха с бородой, блядь, ходит. Не, не встречал. Yes. Я, все, видишь, понятно? я пришел. А ты недавно освободился, просто? Я тебе говорю, что я тебя не видел. Ну, все, ладно, ну, давай тогда. У меня, видишь, у меня мать, хули, у меня у самого мать, в Свердловску увезли в реанимацию. Это... А вон тут ездит тут? Вон Женька, Леха там. Вот ему скажи, он в 40-й. В 40-й больнице. Ну в Ёбурге, В Ёбурге. Да. Ну все, ну точно там, да, Леха? Да. Потому что к нему мусор подходил. Ну вот он, если бы я приезжал, я же ему скорую вызывал, тут, блядь. Он говорит, ты, говорит, к этому, к Махневу идешь, он говорит. Ну. С чего ты взял-то? Он говорит, да как вы его сожгли-то? Не-не, ну, он сам ебнулся, он же сказал, он здесь упал. Не, но... сначала-то тот как начал это. Ну понятно, что проверяют. Ну, объясняй там проверять, ага. На речной. Ну я же говорю, я приехал, он тут, блядь, этот. Я его вызвал скорую, посадил скорую, его отправили, он хули. А это что, пиво, да? Нет, водка. Водка. Спасибо. Да. Ну ладно, все, пацаны, давайте. Ну я понял, ладно, самое главное в больнице. Я думал, он сбежал оттуда, в воскресенье приехал, нету его. Нет. Не, он здесь был в реанимации, его перевели туда. Ну все, ладно, мужики, давай. Потому что я с врачом разговаривал. Следующего воскресенья заеду, блядь. Какие наши, новости говорит, будут? Силы тут бессильные, говорит, она там восстанавливает. Ну понял. Ладно, следующего воскресенья заеду, новости тебе расскажут, еще подгончиком устрою. Ну, давайте, парни. Пашка меня звать. Пашка. Если кричу, значит, это я приехал, то вы не переживайте, Пашка, выглядывайте. Понял, все, давай, Жека. Давай, а. Вот, ребят, смотрите, где сгорел он. Вот здесь, ребят. Он на трубах спал. Видите, ожог, на трубах спал, уебал. Чик, и сгорел. Вот так вот как-то, ребят, видите, там рюкзаки нахуй. Ебать, нахуй, ну ладно, ну дебом там это срач. Это понятно. Ладно, поедем, Танюшка нас еще ждать. Мы поедем искать еще. Эти мужики сказали, ну все, ладно, слава богу. Андрюха 40-й, но будем ждать каких-то этих. Потом, может, кто-нибудь в Ёбурге есть, ребят, в 40-й больнице. Махнёв, Андрей Махнёв. Узнайте там, если видюшку скиньте. В группу, блядь, если там будете рядом кто-нибудь. Скиньте. Чё, в группе выложим. Спасибо вам. Респект будет, чё. Ну все, поехал дальше, ребят, искать. Ой, блядь. Едем. Жеку забрал, нахуй. Жека! Здорово, Columbia Pictures не представляет, нахуй. Как Жека, сейчас он там сидит на трубах, нахуй, дед, пердит, нахуй, рыжий, походу, дело. Танюшка сидит, жди, хлеб машину, нахуй. Танюшка сидит, ребята, да. Получилось как шикарно, нахуй. Ах, блядь, давай. Так. С кого? Булочки, на стопику. На стопику ждем, нахуй, булочки, потом заберу за ней, пошли. Ему сейчас, блядь, рыжий, вот это, нахуй. Рыбу покупаю. Какую?
а? Какую? Блядь. Ну, блядь, сам коптил, что ли? А? Горячего? Блядь, заебись, еще их раз. Вчера коптил, ага, горячего. Сегодня холодное. Нет, я говорю, горячего копчения. Сука, Жека, блядь, подъебывает меня, блядь. Вчера бы... Дед Мазай, блядь, сидит, нахуй. Просто шубу одет, нахуй, кого встретит, провожает, нахуй. Походу дела, рыжий не вернулся, нахуй. Дед грустный, чтобы не проебать счастье, блядь. Сидит, блядь. Здесь рыжий? А ты чего, не выпускаешь, что ли? Здорово, дедушка. Здорово. Как, дедушка, дела у тебя? Че, поедем, нахуй, бульдога пиздить? Да не. Напился, что ли? Кто? Ты вчера. Бумаги. Короче, рыжий! Ты злазил, да? Рыжий! Где рыжий? Я приходил. На чем он? Устал? Давай поехали на 101-й нахуй прибираться там, блядь. Они пускай прибираются. Там Танька ждет, дед. А? Да Танька. Танька на тебя деда ищет. Помнишь, ты ее целовал тогда? Пизду. А не хватит ее как губы дрот отлеть, что-то вот так вот, ребята, видели, да? Человечка хотел, блядь. Пиз... Ну что, рыжий, да вы погулять, нет? Толян, а ты сиди здесь, а? Че, не выйдешь? Ладно тогда, рыжий, завтра приеду. Не хочу, блядь. Ладно, рыжий, я поехал тогда, до воскресенья. Пока, рыжий. Нахуй, давай быстрее, блядь. Жека, он в Колумбии, блядь. Блядь, Жека переодевается, нахуй. Вот Жека бомж, блядь, переодевается одежду, блядь. Как эти, блядь. Сука, они ему, походу, подгоняют одежду, нахуй. Да не, ребята, еще раз говорю, Жека мой одноклассник, он не бомж. Там, блядь, кто-то хуйню занимается. И так уж люди прикалываются, вы че? Да и Жека сам, блядь, поддерживает, приколист, блядь, их. Поддерживает, а потом люди сомнения входят, блядь. Не бомж, ребят. А? То ли бомж, то ли хуй поймешь, да? Да. А, не, он сегодня, видите, не в кепочке, нахуй. Как мимино, блядь, сказали. Жека мимино в кепочке. Ну что, дедушка, такой грустный-то? Выпить хочешь, поди? Там Танюшка-то пьет уже, похмеляется. Да. Танюшка-то в машине сидит. Вот, сука, бля, рыжий, там что-то недовольный опять. Сука, паскудник, нахуй. О, рубил вчера. Где? Всех разгнал? Машину что-то какую-то раскаривал. Семья. Цементно? Наверное. Рыжий, хуй, нажимай. Опа, пук. Пробка анальная выскочила, нахуй. Так, ребята, ставим ставки, насколько рыжик просползет, нахуй. Дедушка, ты что, давно здесь сидишь-то? Давай, поднимай, выше поднимай, нахуй, чтобы рыжий стоя проходил в туннеле, нахуй. Рыжий, вам надо просто подкопать это, чтобы вам стоя ходить. Вот по идее, эту землю выкопать, да? Но. Прокопайте землю и стоя выходить оттуда, хуй. На, еще так, скажи, нахуй. Че, сука, рыжий, паскудник, нахуй. Танька, будешь сегодня целоваться, нет? Да. Она сегодня трезвая, нахуй. Трезвая? Пошли. Да, поехали нахуй. На стопик там мешки поубрасываем нахуй. Водки попьете нахуй. Так, рыжик, подожди пока, блядь, пока не ушел, блядь. А что это? Штаны модные, блядь. Блядь, рыжий опять засанет, сука, сыт, блядь. Там проводок уебаться. Где? Блядь, ребята, денег вообще хуль мало, ребят. Не знаю, как им, блядь, делить. Вон там рыжему питик дам. Рыжик, на 500 рублей. Брось письку свою. Ребят, Танька стала больше получать, чем бомжики. Вот так вот. Так что, блядь, за счет Таньки бомжики он, блядь, сегодня выпивать будет. Правильно, хули, блядь. Кардан от жучки, блядь, за 150 рублей, сука, сними и разбери, блядь, его весь. Ты что ли, сука, ты что, падал, блядь, в сервис ушел, что ли, паскуда? Нихуя, рыжий, блядь, ты мою машину будешь ремонтировать? Нет, жучку. На, рыжий, питик убери тебе, а то, блядь, не останется денег, блядь. Денег там осталось, бульдогу дать и все, нахуй, денег-то больше нету, хуй. Да мы твою машину продадим. Вы-то? Да нахуй. Ну что, ребятишки, поедем? Давай эту сигаретку. Пошли там в машине у Танюшки все это сильно. Что, поедем нахуй? Конечно, нет. Поедем. Точно? Да. Ты не передумал, рыжий? Я немножко хоть вздремнул, дали хоть поспать чуть-чуть. А ты что, куда за водой ходил-то, блядь? Так. Ну, мира везде. Руки помоют, блядь. Да, руки помоют, потому что Танька будешь там, блядь. Не пал, блядь. А что машину разбирал, нахуй? Ну что, блядь, снега нету, что ли? А как? Хули, блядь, это масло ебаное. Где-то губа трясется даже. Опять что это, блядь, рэп читаешь? Похмелен? Дед, блядь, опять рэп читает, губой трясет, блядь. Пошли, я похмелюсь, хули, блядь. Я же, нам бы вылез, раз ты дал бы пузырь, да хули, пил бы, блядь. Хули. Да я бы вылез, ты уже уехал. Я тебе чувствовал, ты говоришь, ладно, позже приеду тогда. Ты говоришь, приезжай, пошли давай. Рыжий, какашкой не вытирайся, блядь. Он, ребята, видите, собаки что делают? Или может, собаки, может, рыжий, блядь, с дедом метят территорию, хуй поймешь, ребят. К деньгам нахуй. О, нихуя, блядь, снег плачет, блядь.
видно, работящие ребята, блядь. У Пашки, смотрите, руки такие белые, блядь. А Рыжий, видно, с работы пришел, блядь. Да, Рыжий? Его нахрен под машиной валяться. Че, Рыжий, Таньку-то не видишь мелкую? Че, на том свете, что ли? Она умерла, что ли? Конечно. Умерла? Да. А ты откуда знаешь, блядь? На похороны ходили. Ну, сука, дед, блядь, губой трясёт, наверное, пиздит, блядь, что-то нахуй. Ладно, дед, дед, да ты иди в машину быстрее, Таньке, блядь, обгоняйте там. Лекарство. Давай. Ну, блядь, ты чё, блядь? Тебя ебанёт, блядь. А ты сейчас на туре, блядь, будешь, блядь, рэп читать нахуй всю дорогу, блядь. Блядь, ди, как он, блядь, рэпер дед, нахуй. Рыжий, нихуя, блядь, снег, блядь. Сейчас же непонятно, где говно, где Рыжий, снег грязный, блядь. Знаешь, Танька умерла, да? Ну, Рыжий хотя говорит, блядь, умерла, потом, блядь, увидит. Скажет, не, нихуя живая. Хули, Рыжему, ребята, верить, нахуй. Это пиздец, нахуй. Это тоже, что Жека бомж, блядь. Ребята, какой Жека бомж, посмотрите, блядь. Ну ты, блядь, хватите, нахватите, блядь. Штанишка где-то, ну, девчульки там увидят. Женькину попку-то, блядь, сказали, Панька, все, спасибо. Мужики просят Танькину попку показать, девчонки просят Женькину Танькину. Да, ребят, кто там еще пишет? Паха там все озабоченный про секс. Ребят, ну, блядь, интересно же, вам самим же интересно, пишите в комментариях. Узнать, что они как сексом занимаются, нет, я и спрашиваю у них. Да, Рыжий? Да, люди пишут то, что Пашка говорит, извращение, все про секс у бомжей спрашивают, блядь. А что такое? Это же естественно, да? Секс-то естественно же. Конечно, надо ебать нихуя. О, блядь, все нахуй. В письку, да? А куда с другой стороны, Танька, зажимай ее нахуй. Дед, сейчас подожди, дверь открою. Там у Таньки водка-то. Пошли. Дед, давай Таньку нахуй это. Приподними нахуй, приобними. Давай, сильнее, блядь. Тань, дай деду. А то он, блядь, губой трясет уже, блядь. Чего дать ему? Выпить. А ты что, Таньки идешь с той стороны? Иди с той стороны. Все, с дедом, блядь, он уже, блядь, все. Боятся Таньку, блядь, боятся Таньку, нахуй. Танька уже трезвая сегодня, хули вы боитесь Таньку? Да им сигаретка не боятся, блядь, Таньку. Не, надо с этой, тут слишком он это, не то. Иди, сейчас я вылезу. Грязноватый он. Да, грязноватый. Дедушка что? Я смогу. Ты что, дедушка, ты выпил, нет? Нет. А что, не даешь что-то? Тань, дай, тележку щупать ее. Она сегодня трезвая. Она сегодня трезвая, Рыжий. Она сегодня трезвая, нахуй. Я наибольше на улице, да? Тань, дай дедушке-то выпить. Да сейчас я деду дам выпить. Давай, да дедушка, дай быстрее, блин. Так губой трясет уже, блин. Меня столько сегодня волос здесь это самое содрали, что с головами обнял. Блин, на. Сегодня Танька-то скромная. Смотри, раз Рыжий, блин, целовался, понимаешь? А сегодня скромная, блин. Ладно, ребят, сейчас Жека покажет, как я... сейчас Жека будет снимать, как я, блядь, еду одной рукой рулю и рассказываю сам. У меня такой же был. Кто? Перегар. Перегар? Я трезвая, но я... Не, у тебя не перегар, у тебя свежачок был. Да ты ебани побольше, и все, потеряешь, блядь, Танька. Как бы упадешь. Нормально, нахуй. Дай дедушке-то выпить, ёптва, дедушка уже, блядь, сидит, он уже не губой, он уже... Надо вообще... Он уже щеками трясет, блядь. Ребята, едем на стопик, нахуй. Рыжий сейчас там будет... Прорабом, нахуй. С водкой кушать, это же с ума сойти. Видите, ребята, не по водку разговаривают. Вот нахуй бумаг бы, хоть бы пришел бы. Так, Танька, говорит, хай, вода, говорит, вкусная с утра, говорит, похмелье, ребят. Кто не пьет водку, тот не понимает вкус воды, ёбалки. О, блядь, Танька, говорит, сказала, нахуй. Ребят, может это у местных есть дверь железная, Танюшке подогнать? Да, Танюшка, старая? Да, это самое, вообще замок вытащить. Если я этот замок сломаю, я домой вообще никогда не попаду. А если домой побьет, она всегда в бомбулюхе будет. Блядь, дороги у нас пиздец, нахуй. Дедушка... Да ладно, крышу немножко сорвет, ничего страшного. Ай, блядь, дедушка курит, нахуй. Вовка матерится, блядь. Танька стесняется, я хуй поймешь, что делать, нахуй. Женька молчит, нахуй. Да не, она уже не стесняется, Танюшка. Да, а как она, блядь? Что стесняться-то? А Рыжий такой... Чего? Ой, целует ее. Ай, дай, блядь. Хватит. А как они прощались-то, ребята, в прошлой серии-то, в конце-то, блядь? Я не помню, как... Я даже даже с дедом целовалась, дед даже губу как бульдог от... это... Рыжий, а что это? На речной-то опять какие-то молодые появились там. Ну, новые бомжи. Женька какой-то только освободился. А там Алексей какой-то, там хуй поймешь, я его не знаю. Этот, как его? Женя, как он, блядь, цыган нам. А, о. Цыган есть этот? Да. А, так он есть этого убил, что ли? Да, Пашка. А, ёпта, нихуя, я лежу куда-то не... Нихуя, блядь. Все, понятно. А он это, этого Андрюху-то, Пузу-то, в Свердловск отправили, слышишь? Свердловск? В ожоговый центр, ну. Ёбаный. Ну, блядь, он в реанимации полежал здесь, врачи сказали, типа, ну, это они рассказывали, я не знаю, насколько верно. Они сказали, что, блядь,
он, блядь, короче, пиздец, не может нахуй, да, здесь справиться на ёбурку. Так что, Рыжик, блядь, аккуратно нахуй с дедом-то, блядь, спички не играйте. Гномик это что, не вышел же? Я хрен его знаю, где его искать. Кого? Этого гномика. Он уже в больнице хули. Больнице? Да, короче, вот, только начнет ветки распускать, листья. Он свалит. Он свалит? Конечно. Как он свалит? Нахрен ему это. Там БМД свалит. Нужно. Свалит. Он вот там не убежит свежи. Нахуй оттуда. Убежит, блядь, все нахуй. Кандалах нахуй, ты убежит. Я его раньше отвел куда. На два месяца он там будет. А он на второй день профилактуре, блядь. Сбежал. Я его второй раз отвел, а баба там какая-то убежит. А не, я бы это... Я бы, блядь, повалялся сейчас. Мне похуй. Где ты навалялся? Да в больнице месяца три. Так а что, Рыжий, давайте закодируй, да и все, и поваляешься. О, не, кодировать не надо, поваляйся. Сразу. А как тебе там доставать? Реабилитационный центр давайте отведем. Если ПНД, я там не пою. На Чапаевку. Давай на Чапаевку, я там уже был. Ко мне не привык. А дедушка как один? Зато я в армии служил. Слышь? А дедушка как один был? Ты дурак. А я косил-косил и не получилось закосить от армии. Пошел на Дальний Восток. Дедушка, один будешь делать? Что я буду? С пацанами приехали. Бухать. Я говорю, ты куда? В одного, что ли, бухать? А до этого что, не бухаешь? Куда-то занесло. До этого что, не бухал, что ли? Бухал. А без Рыжего опять будешь бухать? С пацанами, короче, стоим у карты. Так что это одно и то же получается. Что с Рыжим, что без Рыжего, нахуй, один хоть бухает, блядь. Куда-то нас привезли. Рыжий, тыкни пальцем Женьке в ухо. Для проверки слуха. Для проверки слуха. А то он плохо слышит, да? Не-не, Ленка меня порвет сразу на грелку. Бля, на ленточке разорвет. Да я он. Танька сразу же порвет. Она хорошая. Дайте Таньке выпить, то у нас трезво скромная, блядь. Не победить ничего с ней. Да у меня бутылка. Да ну-ка. Эти. Да я тебе промешиваю. Промешиваю. Ну сегодня, ребята, не будет такого трэша, как в прошлых сериях. Ну что делать, ребят, блядь? Поедем, поехали мы, ребята, 101-й, включим здесь там, нахуй. Это Рыжик там, ты Таньки титькова, чего? Он вообще так задирает, блин. А вот, Танюшка, ты бы пошла, позволила так вести, блядь. Дела ему, приставала к деду, блядь, зажал, почему? Мягенькая, да. Мягенькая титька, Рыжик. Да. Рыжик, на что похоже титька? На булочку. А он дальше не видел? Нет. Мамина. Пощупал ты, что, молочком-то пахнет, нет, Рыжик? Да хули ты так-то, блядь? Да нет. Я нахуй, Танька сегодня говорит. А неделю дает? Неделю не дает. Я бы пьяная была. А ты заливай ее, хули ты. Вот как у тебя. Заливай ее, блядь. Воронку вставил нахуй. Бесконул у нее нахуй. И на дорогу смотри. Так хули. Че поворотики эти? Ой. Дворники. Блядь, Рыжик нахуй, какой, блядь, жестокий нахуй. Сегодня говорит. Ты жестокий, нормально. Ручки приехали. Давайте пивни, выходи по одному нахуй. Рыжик, как булочка? Женька сам стряпал нахуй. Дед, аккуратно в лужу не ступай, а то утонешь нахуй. Подожди, пока туда не ходите. Дед, не упади. Ты нам живой нужен, блядь. А тут... Живой и пьяный. Танька, ты не будешь деда за жопу щупать? Нет. Нет? Ты не дашь, что ли? А что так изменилось? Рыжик, давай это возьмем, это, ковер-то не возьмем туда. О, блядь, там, я там в лужу хоть лежу сейчас. Подожди, я закрою сейчас уже. Ну, да, позже я в сапогах. Точно, ты же в болотных сапогах, нахуй. Давай, Рыжик. Ты же, ну иди, Рыжик, давай, хуй в сапогах сюда. Доставай ковер и пузырек водки. Давай, пузырек возьму. Тань, держи булочку мою. Только никому не отдай ее. Там не подержать нигде. Танюшка, в прошлый раз держала там, сейчас не держит. Давай, мы приехали, снова сели к ним сейчас, ковер, ой, блядь. Ковер почти что новый, блядь. Ну, пошлите, Танюшка, давай, первая дама в дом входит, нахуй. Ковер не потеряй. Скажешь, что ты купил. Так, еще раз. Что тут? Стучись. Есть тут дома? Че, закрылись, а что ли? Нет, дома. Ну, пока не надо. Ну, блин, да. Кто-то живой.
Бульдог. Здравствуйте. О, вы собрали все? Нет? Да. Здравствуйте. Здорово. Держи-ка. Что, думал, не приеду, что ли? Здравствуйте. Здорово. А что? А что, бля, ну что, мусор выкинули, что весь? Мусор. Ёпта, мой это. А? Тебе бутаньки трезвые, да? Вот так удивительно, а так удивительно, спрашиваю. Да, конечно. Ну давайте что, блядь, хоть за вас. А что, слишком пьяная была, а? Да нет. Да трезвая. Так, в меру. Я думал, мусор был, я все выкинули, ребята. Вот так они. Она нам помогала, как его. Все сделали. Ну пошли на кухню туда. Ковер тут, блин, поселили. Ёпс туда, блин, все. Да прибрали все там, блин. Ну вот здесь, да, нормально же стало. Сбоку все прибрали. Ты что, сейчас здесь живешь? А? Здесь живешь? Здесь живешь. Кого? Кошка. Кошка, ты же показывал прошлый раз. А как мы ее видели же, да? Я даже ее держала. Да, ты ее пьяную забрать даже ее хотел. Да? Да? Да, ты к тебе домой хотел ее увезти. Че, пьете, что ли? Да? Пьете быть хотите? Ну, нет, по-другому, там что-то оставалось. Тогда зайдем мешки брата заберем нахуй. Дай блёк булочку хоть, блядь. А мы думали, мусор будет. Ну ладно, что, посидим так немножко, да, сами охуенно поедем тогда хуй-то делать. Я думал, приборку. Мы думали. Сладенько. Я тоже сладенько. Дай съесть эту булочку. Деду дай. Ой, нету. Дай в рот ему, у него зубов нету, на круг ему одень. Дед сказали, знаешь, погонял у тебя клык. Погонял у тебя будет. У тебя один клык. Вот выпей нахуй хуй булочку, блядь. Кашку, ну что, как буду делать? О, блядь, будок уже кислый, кроссовки отжал нахуй. Да, я тогда у него оба остались. Подарил? У меня где-то развалились вообще. Подарил, что ли? Конечно, посты у меня его не видел. Вы его смотрели, что врагу не ставите? А? Ну это все впереди еще. Да? Конечно. Нихуя. Окина. Распилишь, и себе заберешь или... Варенье вымокайте, блядь. Так. Нихуя. Нихуя себе. Деликатес поехал. Я приготовил. Надо тоже угощать. Конечно, Танюшка. Давай Танюшку надо напоить еще сегодня. Танюшка резала. Опачка. Что, блин, не видел, придешь на улицу? Бульдог тебе. Бульдог кого? Тебе. Седа. Вам, Сережа. У меня ты что хочешь сказать, не изменилось, что ли? Ты что, нихуя она покрала? Нет. Я ж забыл. Блядь, бульдог, надо. Бутылку увидел и забыл, нахуй, вообще. Бульдог, на тебе бульдог, бульдог. Бульдог, на тебе судочка. Хорошо, это сама. Пока, что ты звонил, это сама сюда? Нет, это, Машки. Какого Машки? Не, не звонил. Я тебе цифры сказал. Светка. Я бы свой цифр. Светка, вам. Света! Свет, возьми деньги вам. Деньги возьми вам, блядь. У меня больше нету денег, все, нахуй. Да нет, это сама плохо. Серьезно нету, блядь, все деньги, нахуй. На, блядь, я хоть мелочь, блядь, тогда хуже. На. Я все это само сделал. Это все, блядь. Кого? А, выпить-то? Конечно. Так сейчас, конечно, подождешь-то. Ну ты, как всегда, тебе надо. Я тебе первым помню, ты самый больной. Опа, что ты дедушку оскорбляешь, дедушку? Да? Нет, я думал, с похмелья не дает. Нет, дедушка, не с похмелья сегодня дает. Кого? Третий год пью уже, нахуй, да? Кого? Пивни, блядь. Да нет, мне надо, заходишь, что давайте, нахуй. Я не знаю. Жека, а ты что там стоишь? А Жека, блядь. Иди проходи, блядь, давай, поддержи нам компанию. Иди ложись туда, нахуй. Поспи пока, отдохни. Он говорит, не спал, нахуй. Давай, команду. Компас, ребят, видите, ребят, кто по корням-то можете найти нас. Мы север, запад, на восток, нахуй. Да? Север, запад и восток. Кто-то музыку слушает? Я выпью, я уже налил. Пепельница, подожди, там сейчас. Давай, Андрюшка, давай, иди. Я сейчас, подожди, я понял. Больда какая, блядь. Болото только вылез. Все багажи. Ну, я тоже так. А что, линолеум не населили, ничего? Как у вас это дела? А когда это? Вон сколько чуда я вижу, прикольно, да? Вот можно что еще открыть. А это что? О, нихуя. Ну куда? Так это на браку надо ставить. Это компот. Я компот хочу. Нихуя. Ну-ка, блядь, давай. Быстро, блядь.
Да, я пиздец, нахуй, был с вами-то. Да, сука, а что ты все что-то, блядь, куда? Я не знаю, блядь. Деда увидел, что ругался, деда? Нет, нет. Блядь, дед сказал больше, что ругаться не будет, да, дед? Да, да, мы не ругались так, не знаю, только я не знаю, почему он припомнил. Что там не ругались? Может, ты с кем-нибудь другим ругался, не со мной? Все. Я обычно не ругаюсь, что, да. Если я сам бомж, ну, нахуй, вот. Блядь. Я со всеми бомжами, нахуй, нормально живу, нахуй. Ты не смотри, что, блядь, а что таких бомжей не видел ни разу, что ли? Ты не слышал, хорошо? Они тоже переодеваются. Ты ему так показываешь? Член. Нет. Член стоячий. Ладно, не так, а вот так. Почему, блядь, все, почему? Хочу, если я бомж, что я не имею права переодеться? По-моему. Не тоже переодеться, хоть быть. А ты был где опять? Говорят, один единственный бомж, который, блядь, постоянно меняет одежду, нахуй. У тебя постоянно новую одежду. У меня денег на мой размер не попадается. Я ходил. А, это маленький бомж? Нет, подожди, я вырос. Я твой ходил, он у него там вещи помогают возить. Он говорит, приходи, у меня, говорит, целый баулом вещей. Я там. Вот, из-за, у нас Серега же один размер. Я говорю, и это самое, и короче, мы пришли туда, да, нет, это нет, самое, я его увидел. Это паха. Я его увидел. Я пока. Сколько, я сколько, и сколько увидел, я увидел его. Я говорю, дядёк, я говорю, это самое, дай мне, говорю, это самое, у тебя груз-то вещь есть. Он говорит, ты что, где раньше был? Я уже, говорит, отдал. Я же, он себя не будет там держать. Ты давай это самое, давай потом да. Под компотик. Давай чуханчик чая, крепкого вина.